Дорогие друзья, с вами снова Зазепа. На повестке дня у нас ROM 2 Total War, как обычно. Вот, продолжаем. Продолжаем нашу игру. Что мы сделали? Мы захватили эту часть земли Ругов. И сейчас пытаемся восстановить здесь общественный порядок. Не играл я тут так пару дней, так надо вспоминать, что к чему здесь у меня, где что находится. Так, заходить друзья наши пока не могут. Я, по-моему, там что-то отстраивал такое хорошее, нет? Так, здесь наем войск. Тут надо от пару отрядов наемничков избавиться, конечно же. У нас, в принципе, их и особо и нету. Так, хотел бы взглянуть на политическую карту. Свеба, но мы с вами не воюем. И вроде взаимоотношения наши нейтральны, да? Так, нет, еще раз хотел взглянуть. Такие более-менее, да? Вас-то мы и хотели в следующий раз захватить конфедерацию германцев. Тоже было бы неплохо. Я понял. Ну вот этим отрядом мы их захватим, конфедерацию германцев. Вообще нам бы как-то вниз так вот продвигаться бы. Посмотрим. Сначала разберемся с нашими землями, а там уже и будет видно, да? Смотрим, что у нас там в родной нашей Англии творится. Вроде везде все хорошо, с общественным порядком тоже. Здесь что? Что здесь? Что с вами, ребята, приключилось? Не знаю я, что-нибудь там с ними приключилось. В общем, со следующего хода посмотрим. Деньги как раз у нас будут. То есть мы так тоже вроде ничего не можем, да? Все-таки что-то можем. Посмотрим. Я думаю, это можно завершить ход. Ну, посмотрим по обстановке. Ага. Митинг. Протест у нас тут уже возник. Ну, сейчас наемничка возьмем, взлючим их, и все у нас будет хорошо. Восстания будут подавлены. А, кстати, забыл упомянуть. Вот, играл вот совсем недавно XCOM 2. В общем, ребят, я не думаю, что продолжение серии придется ждать. Просто потому что сейвы слетели все. В общем, перепроходить там стало не очень. Да и сырой там что-то подтрепалось у меня, потому что... Ну, я как бы менял Windows, менял некоторые запчасти своего компа, так скажем. Именно поэтому мне перепроходить не хочется. И... В общем, много чего неприятного. Может быть, когда-нибудь в будущем я пройду еще раз там XCOM 2, если будет желание. Но пока как-то особо нету. Что мы там могли улучшить? Вот это, да? Денег сейчас опять не хватает. Ладно. Сюда. Сходим.
hourly patrols. Алабух. Блин, ну не хочу общественный порядок здесь нарушать как-то пока. Нам бы тут восстановиться немного. Кто ты? Мятежники? Давайте их сгоним отсюда, мятежников, пока они не окрепли. Все, мятеж подавлен. Че-то не все еще. Чем там тебя прокачать можем? Что-то из этого. Давай. Пробуем. Я хотел бы сейчас повыходить с каких-то войн. Которых мне которые мне вообще не нужны. Так, разведчика надо двигать туда на низ, наверное. Где тут? Warriors all. Блёкс, all. Все, честный порядок растет. Здесь как бы тоже это желательно было бы сделать. И вот здесь тоже. Как-то он рос. Состояние наше. Если убрал войска, так было не так уж и страшно за них. Свебы, вот вас бы как-то прижать к ногтю. Тогда бы у нас было бы больше пространства для маневров. Давай топай к свебам. Там так стоит, так на этих путях. Что там назначить кого-нибудь можем вообще? Кого назначить не можем. Ну и ладно. Завершаем ход тогда. Вроде общественный порядок начал расти. Сейчас еще ход и будет, по крайней мере, стабильное что-то. Стабильное государство. Надеюсь, наши противники там, которые там мелкие, такие государства, они особо не разрастутся. Один тут-то вообще на острове там находится. Где? Тут? Ну ничего, подаем, господи. Там что-то строится. Четыре хода.
пока мы здесь не будем ничего трогать. Ну, здесь вроде нормально, общественный порядок. Падает он немного. С пищей у нас тоже вроде все отлично. В общем, идем разведывать. Где там ихние войска, где наши? А где кто расположен? Глянем политическую карту. Смотрим, с кем мы там воюем. Сиракузы. Понятно. Русская лига тоже такие же. Пацаны. Эти пацаны со всеми воюют, да? Свепы. Вас сейчас просто взрючить, это милое дело, да? Подождите, а мы... можно торговать с вами, да? А, военный союз. Торговое соглашение. Все? Торговый союз и соглашение у нас. Будем больше денег получать. С этим мы уже торгуем. Это кто? Военные союзники. Нормально. Бабосик есть? Усик есть. Постройте идут, постройте идут. А бы эту третьего уровня строить тут. И не только тут. Где, кто, что? Рабы. Все. Так вот. Сплавали, дали и все. Конец хода. Чтоб рабы нам эти не мешались тут уже. И будем постепенно стягивать войска на тех пацанов, которые с нами тут живут неподалеку. No warrior like standing alone in battle. Should we not be sword brothers? Оборонительный союз. 100 монет нас хотите. Ребят, я ради вас в войну вступил. Еще деньги требуете. Давайте вот так вот, да? Хотите тогда? Вот вы нам еще заплатите. ЗБС. Военный союз. Где начался бунт? Тут начался бунт. Ничего, бунт мы быстро подавляем. Тебе в пятку прям. И за шею. Че, еще не подавлен?
Чего ждем, пока отстроится, и все у нас будет чити-пути. Там вроде как потиху растет общественный порядок. Тут у нас что? Ну что-то не так активно растет. Чего, разберемся. Опять же надо сидеть ждать. Еще ждать. Здесь. Здесь. Короче, 3 хода. Пока подкупим денежек, может даже войска подсобрать. Давай так. Давайте крутых бойцов наймем. Тебе крутых бойцов наймем. Конницу. Для начала. О, ребята, до свидос. Конец хода. А где же ваши войска? Талифухт. Большой такой достаточно город. Че, подойдем войска к границам и сделаем бобо. My people are in danger. Can you not join with us and attack these dogs? Нет. С Римской империей я пока не хочу воевать. Они нам пизды могут дать. И можете катиться хлебушком, блять, ребята. Мы вас захватим тут за 5 ходов. Вот и все. Тоже мне союзнички нашлись. Лишь возможная следующая жертва. Вот кто. Потенциальная, по крайней мере. У нас еще все впереди. А здесь общественный порядок как? Вроде растет, да? Как бы лучников надо бы нанять. Ой, да давай ты уже нанимай. Так. Здесь. Тоже нанимайся. Все. Что, может, надо было какое назначение сделать? Но... Торговля невозможна. Пошли вы в очко. You are strong and wise, and yet I wonder why you stand aside from this war. I beg you, fight! Пить войну, кто это? Свебы.
Дети Свеба. А. Добро. Понял. События долго себя не заставило ждать. Все, ребят, Свебы, вешайтесь. Так, что-то где-то кого-то они там... Это не наши земли, да? Наши земли под нашим контролем. Эти там что-то мутят, да, пацаны? Хай мутят. Особенно. Давайте кому-нибудь, может, назначение кое сделаем. Все. А, ты этих пацанов нанимаешь? Ну, ну и хер с ними. Как говорится, да? Давай топай. Будем зажимать их. С обоих сторон. How tired you are. Один ход остался до общественного порядка. Будем давать нашим противникам укрепиться. Подведем границы наши войска. Я понял. Это как бы наш город, слышите, ребят? Подожди. Что это вы там резко покраснели? А, взаимоотношения наши упали, да? Да катитесь вы хлебушком, ребята. Серьезно. Больно надо. Ребят, если вы сейчас захватите этот город, то, сука, я с вами больше не дружу, и вы будете следующими. Я понял. Захватить они не смогли с этого хода. Ну, это нам это на руку, я считаю. Херусти. Жопу. Понял? Идешь. Как бы подальше и поглубже, если хочешь. Так это, слышите, пацаны? Как бы батя пришел. Батя. Да-да. Так, слышишь, иди-ка ты общественный порядок поддерживай. Можно я тут кое-что скажу? Ваши союзники, их союзники. Все, авторасчет.
Наши войска так-то покрепче будут. Пировать. Все, всех. Сюда давай, вали. Ладно, один ход можешь постоять тут. Что это? Честный порядок, заход. Кто-то пускай стоит, оно мне нравится. Все, супер. It's a good life. Ready for battle. Так, взгляни на политическую карту, что у нас там? Свебы, да? Наши более-менее друзья, можно так назвать их. Это уже царский стифу у нас тут боком, да? Чё, все, больше не злитесь на нас. Вы чё? Особенно какие-то. Greetings, friend. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts. Ой, да идите вы, катитесь хлебушком. С нами дружить полезно. А не то, что вы там подумали. Все, поднимаем экономику. А, так здесь она так восстановилась более-менее, да? Конец хода. Все, это наша территория. Хорошо так разместились. Пол Германии себе отвоевали. Че, серьезно? Убиваем пленных, рабы нам не нужны вообще. Восстания еще будут. Еще больше, чем надо. Сколько мы уже фракций втоптали в прах? Непередаваемое ощущение. Не можем это строить, да? У нас уже почти такая же территория, как наша Англия. Пол Германии отхапали. Смотрим. Свебы. Мы с вами воюем, да? Добро. Без проблем.
Свебы. Вы следующие. Ой, да давай ты уже армию свою собирай, да топай уже отсюда. Нам еще свебов бить надо. Привет. Garrison in the battle. Где вы там находитесь еще раз? Свеби, вот этот пятачок, я понял. А, то есть как-то в обход надо, да? А здесь перейти можно? А лучше уже через этих. А подожди, а с вами там может как-то что-то можно? Там, допустим, войну прекратить. Ай, да иди ты в очко. Пекси что-то там ходит. Я понял. Надо полководец, да? I live to serve the people of Britain. Come. Fight for us, lads! Все, сиди, нанимай войска. Где избыток населения? Тут избыток населения. Сейчас расширим. Че нам? Нам не тяжело. Что-то там войска поднакопили, да, уже немного. Сиракузы, свебы, рабы. Ой, да все. Или можешь наемников тупо взять, а? Надо у Норвик попросить право прохода. I welcome you, worthy speaker. I listen because your people are known to have honor. Чё это? I think our people want your trinkets. They like honest, manly stuff for the most part. I do not think our people want your trinkets. They like honest, manly stuff for the most part.
Ладно. Те бабок отбашляем за следующий ход. А пока подождешь. Да, царские слифы здесь подобрались так знатно. Все, давайте, выбивайте их там. Молодцы. Возвращайся, нет, город именно. Слышите, Норви? Greetings. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. A sure thrust strikes home after all. Я тебе штуку даю. Yes. Your words show wisdom beyond your years. I knew your people to be honest. Так. Право прохода. Сука, не хочет. А, со следующего хода. Топай сюда. Я сейчас буду драть все живое. Вот мне бы через ваш пятачок перемахнуть бы. Было бы здорово. Я понял. Где там трущобы надо снести? Я тут, по-моему, трущобы, да? Трущобы просто нам не нужны.
there, nothing else. Вот эта деревушка мне не особо нравится. Что у нас тут? Что-нибудь ради общественного порядка мы можем сделать? Давайте так. Будем изучать. Все, давай топай сюда уже. Достал ты меня. Your next command. Warrior, get to it, man. Так, свебы, блин, вашу мать, Норвии, то есть. We have need of talk, I'm sure. But we also need good food, a warm fire, and warm women. Суки! Ладно, давай. Давай, сохранимся вообще сейчас. Сохраняемся. И завершаем ход. Добавим ему чуть побольше денег за право прохода. Ну, потому что, ну, так надо. Отхапаем тебя все пол Германии. Будем сейчас сидеть тут восстанавливать везде общественный порядок. Что, ну уже достаточно так захватили за такие достаточно малое количество ходов. Кто там стоит? Я понял, пацаны. Айдан Кичидан. Опять денег нет. Ну что, дадите нам право прохода или мне еще ход ждать? Тяжко. Земли Ругов. The skill of your generals is famous. Can you send them against these people who blighted our lives? Чем вы нам помогаете? Не хочу я с Римом вступать в войну.
Да я не вступлю с Римом в войну. Да я еще, может, с ними союз сейчас заключу и, блядь, всех вас изъебу. Вступить. Is that all? А, побольше шансов будет. Рубашек. Get moving! Семьдесят шесть, давай, 76. Еще дальше. Давай еще раз. Не распускай этих сраных наемников уже. Я не понимаю, что здесь отнимает? Это? А! Нормально. Давайте еще ход. On the move, lads. Hail to the mother. Warriors. How can I help? Starting out. Ready for orders. Set up a watch. I live to serve the people of Britain. Thirsty for battle. For the tribe. I live to serve the people of. Ну так вот, я думаю, лучше будет. Дайте, сути, уже право прохода. Урсис. Селевтиды, блин. Шпионом, кстати, было глянуть, что там. Что, суки, дадите ход или мне так? Welcome, worthy friend.
Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Спасибо. Gathering supplies. For the truck, get to it, man. Warriors, all. Ну все, ребята, мы пришли на ихнюю землю. Касурдис. Станете сейчас нашими землями. А-ха-ха! Пришли, да? А чё там должности? Малопьющие. Всё, сиди там. Управляй. Что здесь? Нормально. Укрепляем нашу экономику, да? The best of the best. Я понял. Так, давай ты на подсобке. Семьдесят семь. Все, наш город. Колесница тащит. Вот это неплохо. Так, подожди-ка. Кто? Йо, пегный театр, да вы здесь так нормально разрослись, да? Свабия. То есть вы тоже, да, свабы? Царский слив. Свабия. Давайте ударим по вам. Нет, а чё? Какие-то германские мятежники тут сидят. Свабы. Свабы. Не, ну чё, раз город никому не нужен, то...
Почему бы и нет? Я сохранюсь лучше сначала. Если позволить. I would walk to the other world for my tribe. Понял. Назад чуток. I am the knife in the dark. Еще глянем. Лучше вот этот кусок отожмем. Нельзя, значит, да? Значит, ждем следующего хода. Таки ждем. Не думаю, что он сейчас ударит сюда, потому что тут как бы наши войска сидят. Два пака. Сколько там? 19 и 18. Угу. Правильно мыслит. Стратегически, я бы сказал бы. I call now for you to take to arms against these human wolves. Не хочу. Дайте мне подойти к границам, блин. Не могу я с ними воевать сейчас. Понимаете? That path is blocked. We cannot. Ready for orders. We take this settlement for the tribe. Да, войска немного подуставшие, но этих дигмасских мятежников сейчас выбьем отсюда. Вот теперь мы точно здесь укрепились как надо. Это здание доступно ваша фракция. Оно не только не приносит пользу, но и может причинить вред. Давайте вот этих пацанов построим. Ё твою. Что творится? Че, нам сюда? Ну, пацанов своих звать, да? Мы здесь просто отряд создадим и все. Небольшой. Ну так хотя бы, минимально, чтобы были. Восстановим, так сказать, наследие наше, да? Все, вы сидите в городе, тоже там немного общественный порядок поднимаете. Взглянем сейчас по карте. Ребята нас поддерживают. Свебы. Если что, можно будет потом и с Римом начать войну. Несложно. Если мы их сейчас тут выжмем.
Так что давай топай сюда. Понял. Конец хода. Восстанавливаем войска наши. Свалил там куда-то на низ. Понял, что все безнадежно. Ну раз уж мы уже решили их дожать, так давайте дожмем. Нам бы, конечно, немного остановиться и восстановиться как-то. Где бунт? Еще раз. Где бунт? А, тут бунт. Тут все нормально. Сколько их там? Кольнем их немного. Ой, да валите его уже отсюда. Встали. Тоже мне. Воины света нашлись. Что в городе? Ай, общественный порядок там. Здесь вроде потиху восстанавливает, что-то понемногу так. Стабильно, я бы сказал бы. Но что-то не очень пока что. Здесь тоже он вроде как особо резко не падает. Ну там подвосстановились немного хоть. Как разведчик, давай. Македонцы уже к ним пришли. Понятно? Которые их осаждают, между прочим. Все, может, прекрати с ними войну уже, а? Достали, потому что. Не хотят. Хотя, чтобы мы отменяли войну. Хер с ними. Вот так вот. Уберем их от эти войска. Они тут по
поебались как раз немного. Ну хорошо. А, шпион на шпиона. То есть это те решили бакануть на нас, да, немного? Мне сейчас чисто несколько полководцев надо нанять, чтобы по тем городам сидели, чтобы этого удерживали. Все. Больше мне не надо. Стания где? В Свебе. Сейчас все будет. А я понял. Нельзя так много, да? Топай сюда. По возможности. Быстрее. Hail to the mother. How can I help? I'll just put that there. Катись ты хлебушком, а? Может даже колбаской. Chill. For так вот. Еще наемника возьмем, да? Точно не ты. Дожать надо эту фракцию уже. Да. Ё твою ж дивизию. Сколько их там? А вот сейчас начнутся серьезные разговоры, я чувствую. Надо было мне еще сидеть. Хотя можно один отряд сюда послать, другой отряд туда. И взять, короче. Здесь восстание рабов. Понял. Такие здесь отряды не очень-то большие. Вот так, в городе сиди.
You have further orders? I live to serve the people of Britain. Ладно, один ход потерпим уже тогда, ладно. Захватим уже эту богадельню. 73. Ну, более-менее. Сейчас хотя бы в минус не будем уходить какой-то. Жесткий такой прям. Из-за наемников, которые мы там... Кому навык? Кому-то из вас там? Не? А, ну я понял. Че вот это? Расширяемся, расширяемся. Would you kindly allow trade between our people? Македония. The logic is clear. All would benefit, including your tax collectors. Без проблем. С македонцами, ну и предлагают торговое соглашение, это неплохо. Торговать это неплохо. Куда-то в леса ушли. Спартанцы уже тут. Под боком у нас. All would surely benefit if we agreed to open trade from this day on. Well. Кто? Рависти? Где вы там? Рависти. Да, можно. Денежки нам не помешают. Бабосики. Обоюдовыгодное соглашение, так назовем это. Топай в город. Ладно, хер с ним. Топай. Раздаем это восстание просто. Пришли, раздавили. И распускаем наемников. Та-дам! Три штуки обратно. Бонус на всех колесниц. Неплохо вот это прокачаем. Ready for orders. For the tribe.
Даже можем сохраниться. И вот теперь вас дожмем. Пацаны. Пацаны, вообще ребята, да? Жали полконтинента себе. Или я так смотрю, на всех ополчился, да? Так еще бы отсюда снесем подальше, с глаз долой. Ну я вот сейчас вот этим полководцем будем добивать вот этих вот нехороших людей. И потом будем отстраивать поселение, то есть ну, общественный порядок там, чтобы было все как в Англии у нас нашей. Это небольшая передышка, да? Попали. Вы кто? Касурдис. Что это за бомжи там? Вы кто? Мы же ради с вами заодно. Да чё за дерзкий ход такой, конём? Бить нахер! Вы, блядь, кто? Тяжная армия. Какая-то мятежная армия тут у нас возникла. Вы кто? А, у нас же право прохода. Точно. Так. Вы с кем там воюете уж? Все? Жди. Не-не-не. Свебы. С каких-то пор мы с вами воюем, Свебы? Какие-то бомжи. Do it, man! А, мы с вами воюем? А вы кто? Ой, это у меня, походу. Сейчас выключу. Да, это у меня. Вы кто? Сиракузы? Пацаны вообще непонятные. Пока что не воюем.
кельтов. Трогать тоже пока особо не хотим. Этих тоже. Нейтральный вроде с ними. Вот эти расширяются-то не есть хорошо. Вот надо будет потом их зажимать. Хотя у нас тут достаточно врагов. Короче, ясно. Так. Чё, пока построить не можем, денег нету. Эти тут что-то ошиваются. Македония. Давайте. Может даже потом торговое соглашение у нас будет какое. Какое. Can you not attack these folk? Your bravery in this would surely be worthy of a bard's song. Я тебе отказывал раз уже. Откажу еще раз. Вступить в войну, блять, а что ты мне дашь? Ты мне даже торговый. Ты мне ни хера не даешь. Вроде все нормально. Да все минуемо, господи. Тут мы, по-моему, что-то строили, нас, по-моему, там 5 трущоб. Да как вы же мне дороги? Трущобные люди. To serve the people of Britain. Yeah!
Лучше это дело не запускать, я считаю. Просто допинать их там. Детей леса этих. Все? Расслабили? Охреневшие. Ладно, я думаю, на этом мы завершим нашу серию. Она получилась очень долгой. Посмотрим, сколько она там получилась. Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Все. Пока.